Шестиклассник Данил Дайков, как настоящий лели сказки «Снегурочка», заводит хороводную песню. На жалейках, древнерусских инструментах пастухов мелодию подхватывают товарищи. Вместе ребята занимаются уже 5 лет. Вот у нас в школе учительница была, ну, она нас сразу записала музыкальную, весь класс чисто. Вот поэтому у нас все мальчики ходили на жалейки. Жалейка относится к простым музыкальным инструментам. Обучение игре на ней доступно каждому. Однако нужно приложить усилия, чтобы овладеть техникой в совершенстве. Здесь нужен не только музыкальный слух, но и сильные легкие. Некоторые из учеников чередуют занятия на жалейке с уроками на саксофоне. Не могу даже сравнить. И там интересно свои плюсы и минусы. Саксофон звучит по-своему, он звучит ярко. Жалейка же звучит немного по-другому, но все равно красиво. Ну, маленьким детям не нравится, а взрослые понимают, им нравится, хлопают. В юбилей музыкальной школе мы выступали в церкви, в Кострому ездили, здесь выступаем, много где. Учит ребят известный нерехский рожечник, профессиональный музыкант-саксофонист Геннадий Киселев. Рожок и жалейка для него отдушина. Занятия с мальчишками он проводит по зову сердца. Здесь рог берется коровий, либо из бересты навивается, варианты, да? Вот. Называют роструб, ну, как пастухи. И вот этот пищик, ну, уже сейчас все так делают, он дает звук. Это просто мы одеваем, хотя не обязательно. Вот, а вот это вот называется, вот старостин так называют, жулейка. На жалейке можно учиться сразу, но у нас воспитание какое, что мы слышим, какие песни мы слышим вокруг себя, у нас их нет. Однородную музыку вообще не слышим. Откуда у ребенка, у нее на слуху нет этого совершенно. А чтобы понять интонации вот эти все народные, и свести вот это воедино, чтобы как-то заиграл, это очень, очень тяжелый труд, я вам скажу. И ребята, вот я надеюсь, что они вот покрепнут чуть-чуть и возьмут рожок. Рожок – более сложный мундштучный духовой инструмент, обтянутый распаренной берестой. Превосходит кардинально жалейку в размерах. Силы ребятам, чтобы освоить новую науку, придется приложить еще больше. Но они уже готовы приступить к занятиям. А значит, звучание древнего рожка, которым славится Нерехская земля, не прервется минимум еще одно поколение. Ольга Смирнова, Дмитрий Терпигорев, телекомпания «Русь» из Нерехты.